города Аугсбурга. Заставил меня нужда. У меня схватил глаз уже вот 3 года, как внутри какая-то судорога у меня была. И когда вот эта судорога происходит, каждые 2-3 минуты у меня исчезает зрение. Вторым глазом я не смогла... тяжело было другим глазом смотреть. Теперь от знакомых я слышала, что они были в Софии, в городе Венна, и им очень помогло. Теперь я решила, что одна София мне может помочь. И вот мы здесь, в Венна. Прошла я 14 сеансов. На 4-м сеансе я поняла, что у меня глаз перестал дергаться, могу спокойно смотреть на людей. Могу в магазин заходить. Обычно, когда захожу в магазин, у меня он невозможно, как судороги начинались. И я пришлось закрывать мне глаз, и я ходила прикрытым рукой, прикрывала правый глаз, чтобы увидеть, что мне нужно, какие продукты в магазине. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Боль в пояснице была, тоже исчезла. Желаю всем людям, которые страдают каким-либо заболеванием, обращаться к профессору Софии.